Так, всем привет. Разгрузил я четверку. В общем, такие вот запчасти мы имеем. Две двери. Там одна дверь гниловатая снизу такая. Видно, да? Крыло переднее правое, новое. Двери, кстати, неплохие. А вот. Одна вообще не разбиралась. С ручкой, та без ручки. С молдингами. С молдингами все, вот эти оконные молдинги. Потом присутствуют вот эти длинные молдинги. Это от задних крыльев, я так полагаю. Не знаю, кто в Запорожцах шарит. Тот мне скажет точно, не точно. Имеется крыша, снятая, собранная в рулон. Имеется задняя вот эта панель с под фары. Но она такая, так себе, как бы, не знаю, если я не продам, я ее нахер в чермец сдам. Так, имеется два бампера. Значит, какой-то из них передний, какой-то из них задний. Хрен знает какой, какой. В общем, один он хороший, совсем абсолютно хороший. Этот мовиль, это не черный, это не ржавчина, ничего. Вот, он абсолютно целый, не погнутый. А второй вот он погнутый немножко. Вот следы гнутости. Здесь вот коррозия. Вот. Так. Дальше у нас, значит, три диска. Один диск на резине одетый. Два диска просто. Состояние, ну так, бэушный, короче, стандартный. Так, ну что, по ходовке, значит, у нас какой-то амортизатор, какие-то херовины, какая-то дичайшая крестовина. Вот. Что-то тут главный, по-моему, рылюшки вот такие вот. Раз, два, три, четыре. Потом, что это, втягивающий или что это? Полуося с резиной. С пыльниками резиновыми. Диск. Похож на амортизатор. Какие-то шкварня. Вот. Целая банка подшипников. Закрытого, открытого типа. С этими, как их называют, сепараторами открытыми. Вот. Потом вот эти замки дверные. Не знаю, новые они, не новые. Хрен поймешь. Какие-то шайбы на веревочке. Металлические. Это лягушка, это, блин. Потом всякие вот резиночки, фигиночки, вот они все связаны между собой алюминиевой проволокой, медной проволокой, это уплотнитель от поворотника, похоже. Сальники всякие, кулиса со всей этой трихомудиной. Тверская газета 92-го года, продаю отдельно, как реликвию. Потом банка с этими, коробка точнее, деревянная, с такими херовинами какими-то тут. Что тут такое? Я не знаю, какие-то полуося. Вот такие вот вещи страшные тут. Ужас. Такие вот. Ни хрен знает, что это такое. Блять, иди сюда. Потаскушка. Вот такая вот. Сучка. Застряла, гадина. Вот. Такие вот хреновины. Я не знаю, что это такое. Так, что тут у нас еще есть? Тут это заднее сиденье такого состояния, так себе. Переднее какое-то, я не знаю, правое или левое, хрен поймешь. Состояние тоже так себе. Карты дверные. Состояние хорошее. Полка задняя, состояние хорошее. Карты дверные, можно сказать, вообще как новые. Единственное, что это грязные. Нигде не порезов, вроде ничего нет на них. Так, что у нас тут? Ну, дверь я показывал. Кстати, дверь с уплотнителем, с замком, со всей требухою. Так. Тут вот, ну, короче, не знаю, имеет ценность, не имеет. Такая вот резинка там на улице. Значит, капот со значком хороший. Значок забирают, уже капот остается. Капот, крысинка, тебе. Так, торсион задней подвески или передний, я не знаю, там передний, а передний какой задний, что я туплю. Так, рычажок подсоса, наверное, какой-то. Подсосать им можно. Так, седло я показывал. Здесь вот у нас самое интересное. Проводка от запора. Наверное, вся, не вся, я не знаю. Провода высоковольтные, клык один бампера. Потом какие-то печные дела, тут всякие заслонки. Ну, тут все это такое, блин, тут печечное. Тут какой-то отсос. Хрен знает.
Эмблема ЗАЗ. Потом сама печка. Вот она. Вот такая вот еще хренатень. Тут, ну, это все от печки. Это отсос, пересос. Так, тут у нас, значит, стартер, генератор. Мне сказали, что это генератор. Такой дичайшего вида генератор. Потом ништяки пошли. Это поводки, дворники, щеточки. Всякие разные. Вот они такие все с резинками. Вот. Панель приборов с пробегом 69 тысяч. А, алюминиевый порожек. Гудок. Это отдельный ништяк. В хорошем состоянии все работает. Уплотнитель. Три колпака. Вот такие вот колпаки. Красивые. Но, правда, три. По состоянию такое ощущение, что они вот, честно говоря, не стояли как будто бы. Не знаю, фары задние. Там вот фары передние. Здесь вот вообще новые вот эти штуки. Какие-то подфарники, я не знаю, бородавки, как их называют. Еще какие-то стекла от фар. Какая-то хренотень, еще какие-то хренотени стеклянные. Вот. Такая же хренотень, только белая. Круглая хренотень, стекло. Два еще каких-то стекла тоже. Стекло. Сделано сыр. Пластиковые какие-то поворотники. Так, это стопор капота, ручки. Это открывание, по-моему, багажника, я не помню уже сейчас. Капота, точнее, подсветка сделана в СССР. Этого номерного знака, похоже. Эти самые ремни, кто крепит. Новый бачок. Новые вот эти абсолютно новые бородавки. Новые эти вот. Как они рассеиватели фар, ну, окантовка, я не знаю, как она называется. Она абсолютно новая. Видите, не стояла нигде. Следов от болтов нет нигде. Абсолютно новые. Видите. Тарелочки эти. Какой-то отсос-пересос еще один. Так это от ремней норма. Кольца фар. Какая-то хренотень непонятная. Что это такое? Печка какая-нибудь назад, наверное, направляю. Еще какая-то. Открывание, закрывание. Наверное, как вот это вот. Похоже на нее. Вторая такая. Вот, да, их две. Так, что тут еще интересного? Новая трапеция от дворников. И новый бачок. Вот он новый. У меня их два. Вот они два. Потом какая-то самый колодец фары. Вот эта хренатень, похоже, тоже новая. Еще есть такие же две. Еще две такие абсолютно новые. Так, кольца я показывал, это я показывал, трапеция новая, все с включателем даже. Можно, короче, включать, наверное, как-то ее крутить. А, вот она вот так вот крутится. Все это новое, что-то тут написано. Наверняка сделано в СССР написано. Не вижу я надписи, сделано в СССР. Ну ладно. Это она новая такая абсолютно. Похоже, она не использовалась. Ну, в общем, вот такие вот у нас запчасти имеются. Вроде все показал, да? Все, что есть. А, такие штучки всякие разные. Подсветка этого, два бачка, тарелки, фары. Новое правое крыло, две эти двери. Похоже, все с одного запорожца, да? Смотри, все красное, красное. Там капот еще на улице красный. Вот. Бампера. Эти самые сиденья, торсион. Резинки всякие разные. Пошли там на улицу, там стекла покажу еще есть. Это самая крыша. Обшивка крыши. Так. Холодно. 15 градусов. Трактор стоит здесь. Так. Вот стекла. Два тут каких-то стекла. Вот одно с резинкой, второе без резинки. Какая-то еще хренотень. Мотор. Сороковка вроде. Коробка. Так. Фаркоп на
вот это переднеприводный ВАЗ, девятки там всякие, пятнашки, фигашки. Так, и капот, я его еще не занес, вот он, в идеале капот, ну можно сказать в идеале. Эмблема ЗАЗ уже уходит. Капот у нас с этим самым молдингом, и внутри вот такой. То есть родной антигравий присутствует. Все тут, вот это даже ничего не крутилось, по-моему. Чуть-чуть он умятый вот здесь вот. Ну, это все фигня. Капот надо занести, я просто не занес, не до него было сейчас еще. В общем, вот такие вот у нас детали есть. Кому что надо, обращайтесь. Всем пока.